Конор Макгрегор, не так давно восхищавшийся Дональдом Трампом, полагает, что американский миллиардер совершил роковую ошибку, назвав своим любимым бойцом россиянина Хабиба Нурмагомедова. «Это решение станет концом избирательной кампании», — написал ирландец в социальной сети, комментируя высказывание Трампа. «Это подобие бойца из Дагестана, ваш любимый боец UFC американской кампании. Вау! Это просто ужасно! Я сильно ошибался. Я думал, это будет менталитет только США, который бы я хотел видеть у своего президента. Вместо этого он выбирает отставного вырожденца из Дагестана, Россия, у которого только три главных события. Это был ужасный выбор». Ранее в интервью Эйдену Россу Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, кто является его любимым бойцом в истории, заявил следующее. «Я думаю, это Хабиб, он был очень хорош. Его рекорд 29-0, и он ушел из спорта, когда ушел из жизни его отец. Он дрался много раз и не проиграл ни одного раунда. Он был замечательным бойцом», — додал Трамп. Также политик отметил, что непобежденный россиянин является умным и проницательным парнем. Конора это задело не на шутку. Также ранее мы показали вам, как чемпион UFC Джон Джонс обратился к Дональду Трампу и отдал ему чемпионский пояс, при этом станцевал для него. Смотрите видео на канале.